Ребят, я что-то одно не пойму. Это... Что за буквы нафиг? Куда вы меня привели? В смысле, что за буквы, Бишка? Ты забыл то, что сегодня 1 сентября или что? Вот, в школу мы тебя привели, сейчас будешь буквы повторять? Напоминание тебе, дурачок, а то ты за 3 месяца, что дома сидел, уже полностью все забыл. Вот повторяй алфавит. Так, надо искать ему замену. Походу, он не хочет сегодня с нами играть. Да мало ли чего он хочет! Все, лето кончилось, надо буквы повторять, надо цифры повторять и считать и умножать. Поэтому, Бишка, давай заходи обратно и не выпендривайся. Ты б так хорошо в школе не отзывался. А то сейчас все подписчики тебя проклянут за секунду. Да какая разница? Да я уверен, у тебя все подписчики в школу только так и бегут. Всем же нравится учиться, да? Самый известный русский художник. Натаха? Она рисует, как первоклассник на первом уроке, вот это рисование. Какая Натаха? Я тебя сейчас тащу, а что-то нормально она рисует. Так, а что ты, за нее впрягаешься, а не она сама за себя впрягается? Ну, обидел женщину, твою эту... Ты ее обидел, что писать, я не знаю. Я не успел! Я хотел написать Малевич, но я не успел написать! Шишкин, Репин, Васнецов, Айвазовский! Господи, я их почти всех знаю, но из-за твоих плаксов вот этих я не успел ничего написать! Это тебе за то, что говоришь, что я рисую как первоклассница? Фу на тебе! Ну тебя же реально нет в этом списке, да так, значит, реально плохо рисуешь! Все, не буду тебе больше ничего рисовать! Вы что издеваетесь, нафиг? Какой хомяк? Вы куда меня притащили, еще раз спрашиваю? Чё, сложный вопрос как будто бы получается. Ты что, не знаешь, где хомяк живет? Ну, в отеле 5-звездочный, Бишка, ну башкой научись думать. Если это неправильный ответ, то я прямо сейчас в эту же секунду сдохну. Вот ты дурачок, да? Вот почему новенький каждый раз, когда приходит, они постоянно... Ну, в норе! Ты же написал дубло, он в дупле живет! А что такое дубло? Дубло? Не дубло, а дупло! Какое дубло, Бишка? Ну, обычно дупло, где на дереве, там еще дуб растет такой, там дырка, вот там всякие вот эти вот хомячки, там сурикаты живут. В первую очередь это дупло, а дупло у тебя в башке, а во вторую очередь в дупле птицы живут, а хомяки в норе живут, или вот в клетке, как эти двое необразованных написали. Самое глубокое в мире озеро. Ну, у меня по географии 3 было, но вроде бы вот это... Вроде Марианское, там же это Марианская впадина, поэтому скорее всего... Вот это! Я очень сильно надеюсь, как бы у меня есть 1-2 шанса! Ах, Байкал! Жулики-мошенники, все Байкал, да, написали? Ну это единственное самое глубокое озеро, которое я знал! Я думал, оно вообще не самое глубокое! Ну вот ты, кстати, лох. А вот ты, кстати, Несс. Да, если не знали такое. Там лохнесское чудовище еще обитает, да. А почему я лох, а она Несс? Может, она лох, а я Несс? У какого зверя вертикальные зрачки? А это как? Вертикальные зрачки это типа... Я не выкупаю, объясните мне! В смысле вертикальные зрачки? Так зрачки это кружок вот такой, как... В смысле вертикальные? Ой, необразованные совсем. У животных, у хищников в частности, глаза вот они как черточки такие сверху вниз. Господи, кошмар, как сложно, я на это вот это, я на это не обращаю внимания, но теперь буду обращать. Тигр! Змея! Ну да, змея, ты что, никогда зрачки змеи не видел? Ненавижу змей, если вы вдруг не знали, это самое отвратительное, что только может быть на всем белом свете. А тут еще и какого-то фига вот эта вот подсветка зеленая и красная пропала, мне теперь как отвечать, я бы тоже ответил. А, кстати, да, правила с предыдущей серии поменялись. Это была только единоразовая акция, сейчас подсказок нет, как это было, сейчас пиши то, что... Коза? Сказала у хищников. С каких пор коза хищник?
что или кто находится у вас под кроватью. Так, опять время детских травм. Как часто ты там монстров встречаешь, Натах? Я стараюсь под кровать не заглядывать. Я в одеялко заворачиваюсь вот так вот комочком и сплю. А главное, ночью ноги под ноги одеяла заворачивать, чтобы ночью тебя никто из кровати не стащил. Да-да, Херит, сегодня именно вот так и спи, а то страшно кошмар. Я до сих пор так делаю, чё ты? Ты кого учишь вообще? Если эта дичь не засчитается, то это самая нереалистичная игра на всё... Ну ладно! Нормально! У взрослых людей под кроватью пыль, а у дурачков монстры, потому что бояться меньше надо, ты! Какое дерево дает съедобные плоды? Банановое! Мне кажется, банан в целом самый популярный фрукт. Банан вообще-то на кустах растет, необразованный ты человек! Всегда хочу их обмануть, чтобы они проиграли, но вот слишком умный тут получился вот это у мамы своей. Надеюсь, этот вопрос засчитается. Туда! Что, ну да, уже у всех, конечно, по 6 баллов. Ну ладно, зато мы хотя бы не сдохнем сейчас. Какой животный живет в норе? Это типа многоходовочка получается? Сначала где живет хомяк, а сейчас кто живет в норе? То есть по логике надо ответить хомяк. Но не если... пиши, хомяк! Но если эта многоходовочка не сработает, я сейчас проиграю. Еще одно доказательство, что эта игра вообще полнейший абсурд какой-то. В смысле, белка? Да, белка живет в норе, я вам отвечаю. Она в дупле живет, дурак! Дупло! Мужики, дупло! Нет, я живой, я глаза закрыл, что происходит? Да ты живой, дурачок, открывай! А что так близко-то? Так, подожди, лиса, крот, мышь, норка, суслик, барсук. Как норка в норе живет? Нора в норе что? Как это работает? Почему хомяк в норе, а в норе нет хомяка? Это как так закручено? Что бывает синего цвета? Пока, я умираю, мы с тобой умираем, это конец. Не, с тобой мы попрощаемся, я еще пока постараюсь пожить. Что? Ну вон там буковки синего цвета, вот там над тобой стоит. То есть хочет выиграть, не хочет дать нам шанс на победу. Ну получается, наверное, только это. Или получается вот это. Ну мне кажется, скорее всего, вот это. Так, все, подыхаем, чао, бомбино, все. Пока, нет. Я хотел написать вода, но последний момент поменял свой ответ! Небо голубое, вы! Нет, ненавижу вас всех! Какой ты агрессивный и плохой! Не того ты парня выбрала, Натах. Так я его не выбирала даже, что ты пристал. Почему нет автобуса? Чего? Опаздывает, наверное, не знаю, почему нет. Каждой серии вопросы все преобразуются и преобразуются в какую-то непонятную... Смысле нафиг? Не знаю я на автобусах каталась последний раз года 3 назад. Почему нет автобуса? Ну колес у него нет, ну не едет. Пробились колеса, получается. Вот, наверное, вот так вот. Пиши, пробитое колесо, я так написал. Ах ты! Опаздывает пробка. Сломался на первом месте, авария, ночь отмени. Так, с каждой секундой я все ближе и ближе и ближе к похоронам. Да, просто замечательно, шикарно. А я думал, ты тупее. Ну, в смысле, глупее. Да ты обалдел, я бы тебя втащила, если бы ты был рядышком. Ну ты давай, прыгни, я тебя жду. Не, ну вот и все. С какой начинкой лепят вареники? Чё, какая самая попа... Ты почему отвечаешь до размышлений? Да потому что я уже у себя в голове все поразмыслила. Творог. Я скажу даже вслух, потому что это 100%. Я хотел написать картошка, а картошка написал потом творог. Как можно есть вареники с картошкой? Это же невкусно. Вареники с творогом лучше. Картошка — это самое основное, что кладут вареники. А творог — это уже получается... десертные вареники, но картошка самое основное. Ну так вареники с творогом же вкуснее, чем вареники с картошкой. Ну вареники с творогом — это десерт, а вареники с картошкой — это основное блюдо. Ну так вареники с творогом же вкуснее, какая разница? Ну ты же как бы ешь основное блюдо, а потом закусываешь десертом, а не ешь два десерта подряд. Ну вообще-то ем два десерта подряд. А осуждать меня за это будешь?
Про что говорят, что люди этим балуются? Так, хорошо, про автобус я думал, это еще легко. Но, в смысле, про что балуйся? Игрушками баловаться, поведение может баловаться, я не знаю. Может быть, вот этим, хорошо. Но если там ответ опять не в множительном числе, а... Ах ты! Спичками не балуйся, а то квартиру сожжешь. Да, я знаю, мы поэтому и переехали на другую квартиру. Чем выражают крайнюю степень восторга? Я нафиг не понимаю, мы куда сегодня? Это что за... Эти... Что это за вопросы какие-то? Как... Мы в какую передачу попали? Вот у меня такой же вопрос, что-то вопросы какие-то слишком сложные. Слушай, если так дальше и продолжишь, то я просто сама вниз спрыгну и все. Да прыгай, прыгай, ты и так проиграешь сегодня. Пожалуйста, Крик? Нет, 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 нет! Аплодисменты на последнем месте! Крик на первом месте! Мы чё за... Нет, и ты тоже! И ты тоже! Я выиграла! Нет, ничья! Сдохли вдвоём! Но ты же раньше сдох! Какая разница? Ты прожила на секунду больше! Мы с тобой вдвоём неправильно ответили! Сколько фига восторг выражают криком, но не аплодисментами! Это что вообще за место? Вы куда меня привели? Я же вроде со школы домой шла! Где я вообще? Почему каждый раз, когда у нас здесь появляется новенький, он каждый раз спрашивает, где он, почему мы его сюда привели и что он здесь забыл? Вообще без разницы. Самое главное, просто ответь хотя бы один раз на вопрос, не как Бишка в предыдущем раунде. Я тебе даю один шанс, Блумыч. Самый знаменитый из древних греков. Мифология получается, Блумыч. Надеюсь, у вас в школе такой предмет не преподают, чтобы ты проиграла прямо сейчас в эту же секунду. Я знаю ответ на этот вопрос. Я играл в God of War. Там же вроде про богов. Вот и ответил. Ну, у нас как бы тоже мифологии не было. Но я знаю один мультик. И он мне в детстве нравился. Почему Геракл Ты что? Почему Геркулеса нет? Вы издеваетесь? Да нет, там! Вы издеваетесь надо мной? Ты бы знала, как сейчас мне в душе радостно на так, то, что он сдох самым первым во втором раунде. Всю жизнь об этом мечтал, чтобы этот умник не выпендривался потом. Ну ты так сильно это не радуйся, у тебя еще я осталась. Ну Блумыч сейчас всех нас сделает, да, Блумыч? Ну если вопросы будут не по истории, то да, возможно, в принципе, сделаю. Книги какого жанра читают дети? Ну у меня младший брат есть, он там читал вроде что-то. Блумыч, рожай. Какие дети? Мне 17 лет, я другие книги читаю, далеко не детские. Ты тебе 17 лет, ты еще ребенок. Пожалуйста. Что? Я написал сказки, а там сказка. Я говорил то, что новичкам везет, но походу не всем. Бишке не повезло, вот ей повезло. Вот видите, уделала я вас, уделала. Это все потому, что я в 11 классе сказки начала читать. Вот я сейчас и выиграю вас всех. Что может быть сделано из снега? Офигеть! Как много здесь вариантов для ответа! Что может быть сделано из снега? Снег! Блумыч, первое, что приходит в голову! Баба! Нет, в смысле, не любое слово. А что сделано из снега? Снежная баба! Ты баба. Вик, банальнее этого, иглу! Я хотел... Ну ладно, хорошо, что я не написал иглу, потому что я бы тогда вообще сюда ни в какой список бы не попал. Что бывает мягким? Это ж легко. Мне кажется, у всех что-то да мягкое есть. Ну давайте, ну, это самый легкий вопрос. Ну, в целом, как бы да, ну, наверное, ну там много вариантов ответа, но, наверное, это то, что встречается каждый день в жизни. Кто кого уделал? Кто кого уделал? Я 6, ты 5! Ну, мягкие игрушки, это намного лучше подушки. Ты представляешь, у тебя вся кровать в мягких игрушках. Это намного мягче, чем одна подушка. Ты смотри, если будешь что-то мне вот это говорить, я ж дотянусь до тебя, я тебя сброшу оттуда. Да не дотянешься. Вон лучше иди Блум столкни, а то что-то она больно выпендривается. Не-не-не, она новенькая, пока играет. Сама сегодня сдохнет, не переживай за нее.
Без чего невозможно снять кино? Ну, тут даже я не знаю, тут такое в школе не проходит. Как бы, в каком учебнике я прочитаю, без чего невозможно снять кино? Без телефона. На телефоне же камера. На телефон же все кино снимают. Ах, ты ж необразованная. А вот как писать? Через ё или через е? Потому что тут все вопросы с подковыркой идут. Что у тебя там, что на ё, что на е? Это... Так, что? Хорошо, давай я пишу актер, а ты пишешь актер на так. Хорошо, спасибо за идею. Я тебя умоляю. Нет! Я тебе дал идею и сам же вот это попал в просак! Актер, а у меня... Я изначально вообще хотела камеры написать, а так еще выше забросить. Чем я тебе только сумочку? Я вот эту идею дал, вот, чтобы человек меня победил. Да ты, господи, что ж мне так в жизни не везет-то? Что можно делать перед сном? Ну, лично я сижу за компьютером, потом сижу в телефончике пару часиков, а потом в 3 часа ночи иду спать. Считать! Я понимаю, что это не самый популярный ответ, но... Умываться! А ты написала умыться! Ну так это же одно и то же! Я не понимаю, как эта игра работает. Чистить вообще! Чистить зубы, да! Все ж чистят зубы, кроме банана. Который в этой серии вчера сказал то, что он 10 дней подряд зубы не чистил. Знала бы ты, как у него изо рта воняло, Блум. Да я как-то не собираюсь нюхать его рот. А ты попробуй. Да мне это как-то особо не надо. Разочек рискни. Не-не-не-не, спасибо, не хочу. Все в жизни бывает впервые. Ну такого мне не надо. Каким видом спорта занимаются девушки с красивой фигурой? Я на фигуры девушек не смотрю, ну, не знаю. Так, спрашивайте у эксперта, я смотрю. Фиг его знает, я спорт не смотрю. На девушек смотрю, в спорт нет. Ну, наверное, вот это. Там, да, там много всяких вариантов, что можно написать, но вот здесь 100% красивые фигуры. Давай. Да! Я сдал! Фигурное катание. Фигурное катание фигируное. Надо было писать гимнастика. Я ж гимнастикой занималась, вот поэтому у меня такая фигура красивая. Ну, это надо у Херейда уточнять, красивая или нет. Я на тебя не смотрел, поэтому спорить не буду. Слушай, ты, тут есть вот эта Ляна, сейчас подаюсь, столкну тебя оттуда. Ты попробуй дотянуться сюда, ты попробуй, давай. Ага, еще. Да. Ну вот и не дотягиваешься. 140 сантиметров роста, вот иди обратно и стань. 163 вообще-то ты. 140-163 недалеко ушла. Иди стань давай. Кем был Гулливер? Так. Это в школе 100% проходит. Там какие-то книги. Это вот я знаю. Вот вроде вот так. Я надеюсь. Ты ж читала книги. Пиши. Я, конечно, читала, но вот такую информацию почему-то я не помню. Футболист. Он же за сборную Хорватии играет. Она реально футболист написала? Кем он был? Великаном! Почему? Кем он был? Великан! Это нелогично! Не надо в этой рубрике искать логику, она тут на минимуме! Не-не-не-не, моя хорошая, ты туда спустись, твое время на исходе! Нет, знаете что, все, я вот так вот пошла наверх собираться, ну и мне все равно, играйте дальше без меня! Без чего никак не получится испечь хлеб? Очень хороший вопрос на самом деле. Можно написать это, а можно написать это, потому что это и то как бы одно и то же. Одно из другого, другое из первого. Я похожа на человека, который печет хлеб. У меня в целом с готовкой не очень, я не знаю. Все, хорошо, я надеюсь. А ты слезь оттуда, ты оттуда просто... Ладно, хорошо. Нормально. Плюс 6 всем. Мука же из пшеницы делается, не? Какую фразу обязательно услышишь, стоя в очереди? Я-то в очереди не стою, я всегда первая. Ничего не говорят. Это та самая, которая без очереди. Вот это проходит без очереди. Нет, я просто попадаю в тупик, когда никого нет. Вот я клянусь, эта вот фраза, она везде. Если она не будет в списке на первом месте, я не играю в эту игру больше никогда. И эта рубрика заканчивается прямо сейчас. Я только спросил...
В смысле её нет? Ты написала то же самое, что я только спросить! Ты же когда приходишь в больничку и мимо очереди проходишь такой, я только спросить! Так, ты тоже сейчас сдохнешь. Так же не должно быть, вода, пожалуйста, пусти, я должна выиграть! Уделала она нас, да? В первом раунде повезло на 6 баллов, а сейчас все. Я тебе скоро поминки оформлю. Что бывает треугольным? Бинго! Я знаю ответ на этот вопрос, потому что это нелогическая рубрика. Вот это. Я просто, честно говорю, вот этот ответ там 100% будет. Просто смотри. Что бывает треугольным? Треугольник и дронбатон! Что еще может быть? Ну, разумеется, в геометрии всегда говорят, что треугольник. Я не знаю, насколько вода поднимается, в этом проблема. Да. Да. Нет! Так, да. Она уже настолько сильно начала... Туда этого херейда, который каждый раз тащит, а сейчас просто в самом начале вот это проиграл! Туда его... Нафига? Но это уже не считается, я случайно отпустил шифт и умер уже после окончания игры.